ростовчане всем огромный настоящий такой весенний привет. И в связи с наступлением настоящей такой реальной весны, у меня вот что вспомнилось, какие стихи мне вспомнились. Помните вот это «Зима недаром злится, прошла ее пора, зима в окно стучится и гонится двора». Ну, уже это не про наш город, конечно же, не про Ростов, зима давно из него ушла. Или вот, к примеру, еще из Тютчева, ну, это, наверное, каждый школьник помнит. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, и как бы резвясь я играя, грохочет в небе голубом». Ну, тоже не про Ростов. Ну, во-первых, май пока что еще не наступил, а во-вторых, ну, грозы настоящие. Мы здесь, в Донской столице, в этом году пока еще настоящей весенней грозы еще пока не видели. Ну, а вот что подходит нашему городу? Ну, вот я, к примеру, вспомнил такое. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сени к нам летит». Плещеева стихотворение. Ну вот, на самом деле, если у вас есть сени, то встречайте именно в них настоящих таких весенних птиц, ласточек. Ну а если их нет, достаточно просто выйти из подъезда. Действительно покинула Ростов, по крайней мере, на полгода. Да и весна уже собирается. К примеру, сегодня ночью на уличных термометрах плюс 14, в четверг 22 теплых градуса. На небе яснее ясного. Ветер будет еще ласковее, чем в последние дни. Скорость чуть больше 3 метров в секунду. Ну, сущие пустяки. Атмосферное давление тоже практически идеальное. 762 миллиметра ртутного столба. Идеально добраться до конца рабочей недели желаю вам вместе со мной, конечно.